Скажи мне, секс он какой? О, господи, ты такая темная. Ну да, у меня еще пока этого не было. Да чего ты ржешь? Обилие партнеров не делает тебя экспертом в сексе, а делает тебя шлюхой. Ты ну, мою лучшую подругу. Сколько лет, сколько зим. Неужели это ты встретила своего первого парня на собрании секс-зависимых? Пришлось выйти, слишком возбуждающе. У меня некоторые проблемы с тем, чтобы хранить верность. Чтобы расстаться с девушкой, ты ложишься в постель с другой? О, Элейн, ты же еще не знакома с моей женой? Сэм, я тебе изменила. И сколько раз? 16. Да у меня даже знакомых меньше. Нет, с одним парнем 16 раз. А, так это из-за тебя мой друг Джейк стал бабником, каких свет не видывал. Ты такая красивая, ранимая, будто бы просишь всем своим видом реши мои проблемы своим пенисом. Ты можешь заполучить любую женщину. Но я выбираю тебя. Потому что просто первая попалась на глаза. Через несколько лет все начнут от меня шарахаться, и девушки перестанут обращать на меня внимание. Разве это не здорово? В молодости все девочки мечтают об одном единственном, но они не готовы к тому, что он окажется засранцем, который доведет их до собраний секс-зависимых. Ты знала, на что шла. Сабвечик? Да. Ты сможешь побороть свои страхи и перестать страдать. Мы не пара, просто родственные души. Ничего не получится, мы слишком разные. Мужчина и женщина не могут быть друзьями, это же очевидно. Сейчас 21 век, ты знаешь, что это не так? Спасибо, Джейк. За что? За то, что научил меня любить. Джейсон Судейкис, Элисон Бри. Ну что, под кайфом? Чуть-чуть для тонуса. Осторожнее, мы так Генри зачали. Серьезно? Да. Любовь без обязательств. В кинотеатрах с 26 ноября.